Поднявшись утром рано, мы были на площадке, где готовы к старту воздушные шары Каппадокия. И вот он, рассвет, солнышко всходит, и более 150 шаров в небе Каппадокии. Как же прекрасна эта картина! Она запомнится, запомнится на всю жизнь. Меня спрашивают, а ты летала? Нет, не рискнула полететь, но то, что я увидела, завораживает. Красота, которую стоит, конечно, увидеть. Воздушные шары в небе. А в корзинах люди с таким восторгом смотрели и на нас, и на окружающие. Хотелось к ним прильнуть в эту корзину, но у нас у каждого было свое намерение, и мы его исполнили. И вот воздушный шар заканчивает свой полет.